Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Смотри, смотри, какую фигню говорит. Используя других Слушай, людей. Какая фигня? Потому что он может пользоваться любым телом, да? В любую секунду. Создатель с вами. Он может сделать так, что в эту секунду ты будешь это смотреть, слушать и видеть. И он тебе говорит: вот так делай. Ну, и вот ты говоришь: не, мне его морда нормой. Не нравится, он наглый. Значит, это не тебе. А если ты понял, что это тебе, пошли твои голоса. Делай. В этом мире так и происходит. Поэтому вам очень важно понимать, откуда информация идет. Все те, которые пользуются растениями-учителями и вам про это не рассказывают и скрывают это, чтобы вы не стали конкурентами, они уже вам врут. Они должны искажать оригинальную информацию, чтобы завуалировать ее, что типа, не, посмотрите, это я так умный родился. Вот я вам говорю, что до того, как я начал работать с растениями-учителями, был конченым дебилом. Когда я начал делать то, что мне говорят, стало все лучше. Это не значит, что все вещи, хуже. Которые раньше делал, были неправильные. Нет, они были правильные, но когда ты собираешь пазл из правильных вещей, происходит вот эта вот симбиоз, слушай. Это как вот ты, как палочки горящие, собираешь в кучу, и появляется огонь, костер большой. А по отдельности они просто тухло там что-то дымятся, горят. Понимаете разницу? То есть симбиоз правильных вещей в вашем прошлом может создать вот этот вот непонятный никому, а гениальный проект. Создатель с вами говорит. Слушай, ну это вообще можно это... даже не комментировать. Растения учителя. Подожди. Ну ты создателя только что вынес из человеческого тела. У тебя уже создатель кто-то, кто тебе крикнет: «Эй, тебе надо делать вот это, вот это, вот это». И ты пойдешь. Твой начальник создатель тебе, поп создатель тебе, папа Карло тебе создатель, блин. Ты его вынес из себя, ты не создаешь. Ну, ты ладно. Уже все, тебя нет. На самом деле и тебя дальше, нет. Ну так тебя ты нет, оболочка, поэтому тебе моя, уже да. Растение как раз и учителем и будет. Ну да. И у него растение учителя. Кому и кактус учитель? Ладно, кстати, пьет и там все такое, это же как раз кактус-учитель, у кого-то лиана-учитель, у кого-то гриб-учитель, вот так... у кого-то, ну слушайте, это сознание растения, сознание гриба. Джесс, иди сюда, вот это сознание собаки, да? Ну, для кого-то и собака будет учителем. Так собака по иерархической лестнице сознаний стоит значительно выше гриба, лианы и кактуса. Ну как Бог может вынести из себя Бога, заснуть настолько и отупеть, чтобы позволить себе вообще не слышать себя, не чувствовать, и чтобы им командовал кактус или гриб, или лиана? Точно, просто вообще точно. Ну это же тупость вообще-то. Но он здесь и говорит, что он был конченным дебилом, но вот на данный момент он все очень правильно сказал. Теперь, как это он сказал? Но самое, знаешь, что меня удивляет? Это происходит в России. Россия как-то с Белоруссией вроде бы дружат. Но в то же самое время ты вот попробуй в Белоруссии произнести слово псилоцибин и не сядь в тюрьму. Ну, в качестве рекламы, тем более приглашение в турпоездку или на курс на какой-то. Это все, ты ровненько чучу на 15 лет. А в России нормальные чуваки, едем в Эквадор там или еще куда-то. Ну, кстати, в Европе тоже, если брать ту же самую айваску, яхуаску, там тоже это все сквозь пальцы смотрелось. И более того, там есть еще такая тема. Человек же, когда выпивает там отравы, да, он блюет, он срет. И это называется духовной чисткой. То есть вот ты отравишься мухоморами, и можешь посмотреть, я в ТикТоке встречала, когда говорят, что вот когда ты обожрался там мухоморов, и тебе плохо, ты там блюешь над унитазом, и это когда передозировка. Это все хорошо, это гриб чистит тебя. Это ты блаженным будешь, потому что у тебя сейчас очищается тело. Ну, посмотрите или проговорите с трансплантологами, что в это время происходит с твоей печенью.
наверное, она не очищается. Наверное, она задыхается. И уезжает уже в мир иной. И потом ее надо пересаживать. Нет, я на самом деле не против грибов. Я очень люблю грибы, особенно боровики, подосиновики. Собирать их вообще безумно люблю. Я тоже очень люблю собирать. Так вот, если брать синеву подосиновика, то это то же самое ДМТ, которое вот вываривают в той же самой лиане. Но оно очень быстро распадается и не имеет никакого такого эффекта, который описан. Это примерно, ну, значительно в меньшем объеме, как когда говорят, там, люди жуют листья коки. Но если ты прилетишь в Перу и там сразу поднялся на 4000 метров над уровнем моря, и самолет там как из Лимы взлетает, там садится прямо в горах, и ты выходишь, и при твоем кровоснабжении у тебя сразу... горняшка, болезнь. Ты выпадаешь из реальности, ну, падаешь над унитазом, действительно, рыгаешь всю ночь. Это... И спасением у тебя является цитрамон, который продают там за большие деньги. Называется он не цитрамон, а лекарство от горной болезни. Красиво, в красивой упаковке. Вот. И там же спасением являются листья сухой коки. То есть ты их просто жуешь, и у тебя вот отступают эти, эта рвота. Но не у всех, например. Мне это дело вообще не нравилось, и мне проще было с цитрамоном. Так вот, но это физиологическая необходимость, и листья этой сухой коки, они не являются наркотическими, потому что как мак есть, да, он сухой, там уже не осталось тех ингредиентов, как когда его там вываривают наркоманы и там что-то с ним делают. То есть это уже не относится к тому продукту, который тот же самый чай из листьев коки, он вообще просто тонизирующий обычный напиток, потому что все высохло, как и в обычном маке, который мы едим в булочках. Uh-huh. Никто оттуда ничего не доставал. Вот, оно просто высохло и поменяло свою форму. Вот. То же самое с этим ДМТ, в которое там в лиане. Все наше пищеварение переварит, нету этих наркотических эффектов, и нечего их там искать. А вот, но когда человек начинает рекламировать тот же самый псилоцибин, угу. Нет, господа, это наркотик, и здесь вы можете рассказывать все, что угодно, и у вас будет зависимость, и у вас будет разрушение печени и так далее. Если мы говорим о грибах, да, действительно есть хорошие книги. Сейчас, кстати, очень перевираются древние знания о грибах. Очень сильно перевираются. Показываются картинки, как там наши древние, все там... Такую кучу бреда в эту степь идет. Но видишь, поиск нового. Поиск что-нибудь. Нового. То есть, а это не поиск, а... А это переваренная каша. Угу. Ну, запретный плод тут же становится сладок. Угу. Так вот, ищут каких-то тайных сокровенных знаний. Если вам интересны грибы, откройте книжку Вишневского. На сегодняшний день одна из лучших книг по грибам. Реально очень классный миколог, очень классно дает все комментарии, все расклады, все полезные свойства, все риски, все. И у него очень большой перечень, практически все исследовано с научной точки зрения. И, ну, мне очень нравится его литература, у меня даже на полке стоит его книга, вот, потому что я люблю собирать грибы, но даже если у Вишневского написано, что этот гриб съедобен, это не значит, что я его буду есть или мы его возьмем, потому что я люблю свою печень. Вот. Но вот это безобразие, которое сейчас творится, этот дебилизм, который творится сейчас вообще в ТикТоке и в Инстаграме, да, и везде, да, по грибам, просто... это сумасхождение. Это реально... Кто во что горазд. Это реально отупение. Угу. Это реально дебилизм. Как можно сознание Бога заменить сознанием гриба? И вот из нашей практики мы не встречали ни одной болезни, которую можно было бы вылечить, чтобы человек при этом не изменился. Вот я сожру там мухомор, и я поправлюсь. Нет. Ты можешь перенаправить болезнь в другое русло. Вот у тебя было в одном месте, там болели почки, потом отвалились и кишечник, или болел кишечник, а отвалились кишечнику плюс почки и печень. Ты переместишь, ты видоизменишь эту болезнь, потом ты скажешь, что это разные болезни. Вот болел, поправился, а потом заболел этим. Нифига, ты не поправился. Просто сознание болезни перетекло, трансформировалось
и состояние пойдет на ухудшение, потому что ты попытался решить это в объективном восприятии внешними средствами. А внешними средствами ты не решишь вопрос психики, ради чего она тебе и давала болезнь, пока ты не изменишься. А чтобы ты изменился, ты должен пережить боль. И если тебе малой боли мало, значит, тебе надо сформировать большую боль. Поэтому может быть небольшая отсрочка во времени, а потом ту-ду, и добьет контроль. Накроет, да. И тогда ты будешь болеть больше, чем тебе кажется. Я поправился от того, что я грибов пожевал. Не-не-не, подожди. Для того, чтобы сознание Бога брало себе учителем сознание гриба, лианы, кактуса. Ну, это надо, чтобы Бог очень сильно деградировал. Очень сильно. Джесс, хочешь претендовать на роль Бога? Да, иди легко, сюда, скажи. Богиня. Ну, скажи легко. Скажи, чему хочешь, научу. Он, если вам нравится нюхать под хвостиком или пожевать шерстку, ну, тоже как разновидность допинга. Да, вот найдется гуру, который будет говорить, есть собачью шерсть, это просто круто. Вставляет так, что потом, И найдутся ж дурни, которые поведутся на это. Верующие. Верят, свято будут верить, что это очень круто. Но если еще у этого чувака нарисовать нимб в виде золотых цепей, ламборгини, еще чего-то, то вера будет крепнуть. Понимаешь? Точно так же, как если его облачить в какие-нибудь одежды, если, такие непонятные. А если еще кто-то скажет, вот этот человек, он такие вещи творит, он такие вещи знает, у него такие... Все, это просто уже... Да, он еще делал хадж, и плюс еще потекание его принимали. О, и все. И он там был у тайного кармапы, там, 17-го, кто там сейчас правит буддизмом, у него, и тот его благословил, и еще там ему дал с собой нетленную мощу, какой-нибудь кусочек. Кобздец. Все тогда. Это просто непрекословно. Подчинение будет. Причем человек может даже этот бред сам не изобретать. Это за него сделают люди. Угу. Ему достаточно несколько раз чего-то не договорить. И дальше его имя обрастает вот такой дурной славой. Именно ж поэтому мы в книге везде вставляли в наши, что писали реальные люди. Их отзывы, их мнение, их, чтобы это было реальное. Потому что если не будет реальных, будут придуманные. А придуманные – это страшнее атомной войны. Потому что человек будет нести бред. Вот просто. Это как, помнишь, детское упражнение, когда надо было передать на ушко? Да, это как-то сломанный телефон. Испорченный телефон. Да. Угу. Вот, это из этой же оперы. И капец, и люди верят. Но вот этого мужчину, да, что мы прослушали, я тебе скажу так. Я слушала и понимаю, что там уловить, куда он клонит, очень сложно. Карман. Все очень четко. Карман, все очень четко. Нет, ну это у него да. Во всех роликах это. Да? Я ну, карман вот... только во всех роликах, все. Так дело в том, что здесь... Я теперь специально еще послушаю еще несколько его роликов. Потому что если и второй такой же будет, нет, там то очень это бред наркомана, я бы назвала. Там очень разные ролики. И мне почему-то ТикТок его очень много подбрасывает. Ну, Может, потому что я там парочки мест оставила комментарии. Да. Но там есть еще похлеще ролики. Да ты что? Я же поэтому... над которыми я ржала просто. Я понимала... Капец, вот просто ржал. Да? И даже благодарна ему за приглашение на его семинар бесплатное. Почему-то он все время к деньгам это сводил. И даже не попытался вникнуть в суть написанного, что я ему написала. Вот, либо сделал вид, что не вник. Угу. Ну, что скорее всего. Но... Мне такое чувство, мужика несет, так несет. Несет. На него даже глядя, просто вот смотришь, и ты понимаешь, что...
Как это, короче, под грибами, дядька? Ну, при этом чувство юмора, кайф от жизни и так далее. Но то, что с ним можно весело провести время, но научиться у него ничему нельзя. Не знаю, как весело с ним провести время. По мне, так там вообще ну, весело он еще тот, в кавычках. Когда мы летали в Перу, вот незадолго до нас там был человек, и мы как-то обменивались с ним. Очень интересный тоже из России мужичок с Рублевки. И он рассказывал, как он с другом провел время в Перу. В общем, он летел к как их называют, шаманам. Но в итоге за 150 косарей они ползали в пустыне Наска по какой-то трубе, будучи грязными, пугали друг друга. А потом еще у него там воспоминания такие были. В общем, к шаманам они не попали, но обдолбались они очень даже. Обалдеть. Каждый, что ищет, тот находит. Ну, я тогда ржала вообще просто. Ну, чувак был улетный. С ним было даже весело беседовать, когда он рассказывал о своих приключениях. Просто он очень любит жизнь. Вот реально, он очень любит. И, наверное, жизнь его очень любит. А ну, жизнь его действительно очень любит. Он очень везучий человек по жизни. То есть... Ну, значит, он очень любит жизнь. Ну, да. Помирать он никогда не хотел, хотя, наверное, 3 или 4 раза был в клинической смерти, да. Но и везде по очень активности великой, слишком подвижной, да? Когда тело обесценено. И тогда ты им рискуешь, как хочешь. Вот тебя несет, и ты им рискуешь. И тогда все остальное не имеет значения. Ну, пока не попадаешь, и тебе надо уже в агонии выбирать, ты все-таки в следующее тело, или ты все-таки это будешь восстанавливать, разрушенное и поломанное. А вот, поэтому... Ну да. Но это безумие. Наша пицца приехала.